Рабочая группа правительства Омской области во главе с первым заместителем губернатора Юрием Гамбургом 11 апреля побывала с визитом в Омском муниципальном районе. Со спортивными объектами поселка Ростовка гостей познакомил министр спорта Александр Фабрициус и президент Омской федерации велоспорта Павел Костюков. Рядом со школами расположен стадион, и здесь же трасса BMX, которая в разгар велосезона никогда не пустует. За 40 секунд проходит всю дистанцию. Вот спринт, вот быстрое решение всех амбициозных проблем молодежи. В поселке Ростовка в 2016 году планируется провести праздник Севера. Также на велотрассе в Ростовке уже в августе пройдут первые международные соревнования по суперкроссу. Вид, который является олимпийским видом, и планируем приезд 10 стран. Сегодня мы тренируем наших детей, дети из Ростовки, со всей области приезжают. Ну и стараемся развивать BMX, тот вид, который позволяет в самом юношеском начинающем возрасте заниматься. Ну и так как мы строим наш современный мировой велотрек, для того, чтобы был подбор спортсменов, и спортсмены приходили и тренировались, имели уже какую-то наработку, базу. Поэтому такие трассы мы строим и будем развивать. Здесь, где федерация велоспорта, где министерство и спортивные школы работают, здесь достаточно хороший опыт. Поэтому здесь есть эти трассы, будем пока проводить соревнования, дальше уже по области будем строить такие же трассы.